Здравствуйте! Сегодня, 17 июля 2021 года, в Новосергеевском районе Оренбургской области, произошло серьезное ДТП, в котором погибла семья в составе 4 человек. На 339-м километре трассы М5 «Урал» в 16:55 по местному времени столкнулись большегруз с полуприцепом ДАФ и легковой автомобиль «Лада Гранта». От столкновения большегруз завалился на правую сторону, тем самым полностью перекрыл движение в обоих направлениях. Легковушку отбросило за пределы проезжей части в кювет. В ней находились 5 человек. Отец, мать, две несовершеннолетние дочки и 7-летний сын. В результате, все, кроме мальчика, от полученных травм скончались на месте произошедшего. Мальчик с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи на данный момент оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Пострадал и водитель большегруза. С переломом ключицы его госпитализировали в больницу. По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель Гранты выскочил на встречную полосу и спровоцировал столкновение с большегрузом. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД. По факту данной аварии ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Прокурор Оренбургской области следит за ходом доследственной проверки. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 16 июля 2021 года на российских автодорогах зарегистрировано 373 случая ДТП. В них погибли 28 человек. Одним из них оказался ребенок. Различные травмы получили 448, 70 из них – дети. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!